партнер программы – продюсерське агентство «Мьюзик Драйв». Щоб не казали, а телебачення вже по праву стало невід'ємною частиною нашого життя. Телеведучі, актори українського кіно і всі, хто приклав руку до українського телебачення, сьогодні тут, на щорічній премії «Телетриумф». Нам остается только болеть за тех, кого мы привыкли видеть с экранов телевизора. Пусть победит сильнейший. Пойдем посмотрим. Ходимо. Вітаємо з тим, що сьогодні ви номіновані вперше як ведучий. З чого почалася ваша закоханість у телебаченні? Я не знаю, как-то так само собой все вышло. Из КВН перешли на сцену, из сцены перешли на экраны. Вот как-то в этой сфере так и продолжаем работать. Нравится, хорошо, весело здесь у вас. Сегодня сподіваєтесь на победу? Если честно, совершенно даже и не задумывался о том, чтобы там победим мы или не победим. Просто хотелось отдохнуть, сходить, пообщаться с друзьями, с коллегами по работе. От ви так дуже жорстоко іноді шуткуєте над політиками. Чи не намагаються вони з вами подружитися? З усією студією «Кварталу 95», щоб ви трошки м'якше над ними шуткували? Нет, они стараются с нами дружить, мы с своей стороны тоже стараемся с ними дружить. Ну, серьезных конфликтов у нас не возникает, потому что, наверное, и они, и мы понимаем границы. Они понимают, что, в принципе, если над тобой шутят, значит, ты открыт для людей, значит, ты публичный человек, который может спокойно относиться к критике в свой адрес. Ну и мы тоже понимаем, что между шуткой и оскорблением есть определенная, ну, скажем так, очень тонкая грань, стараемся ее не переходить. Главное, что вы продолжите веку людям. Те, кто смеются, те живы дольше. Откуда вы черпаете вдохновение для своих сценариев программы? Из окружающей среды. Больше его черпать негде. Из каких-то знаний, полученных в школе, из книг, которые когда-то читал, из института, из предыдущих своих профессий. Отовсюду. Сьогоднішні всі інтерв'ю починаються з привітань номінованих номінантів. Ми знаємо з радянських часів і з дитячих відчуттів, що головне не перемога, головне участь. Знаєте, коли я вчилась в інституті журналістики, то наш викладач по телемистецтву, він нам завжди казав, ніколи не йдіть ведучими саме новин. Як ви думаєте, чому? Вона казала, що це дуже складна справа. Чому ви вирішили стати ведучим саме новин? Не знаю, мабуть, це з дитинства. 9 років я написав свою першу замітку до газети, очевидно, це звідти йшло і йде до цього часу. Мені цікаво розповідати найпершим про найцікавіші речі для тих людей, які в цьому зацікавлені. Оце відчуття. Відчуття бути найпершим в новинах, розповідати те, що буде першим донести до вух і очей глядача. Оце очевидне відчуття. Хочу спросити, яку б ви професію ще хотіли б освоїти? Були мисли зайнятися театральним искусством, но это опять же было в далекие юношеские годы. Кино это как побочная сторона работы на телевидении. У меня есть небольшой так называемый опыт съемок в телесериалах, но это, конечно, не то. Чем приятен прямой эфир? У тебя нет возможности 10 раз сказать одно и то же. У тебя нет возможности переписать, у тебя нет возможности... У тебя есть возможность на ошибку, да, как и у любого человека. Но главное, чтобы эта ошибка была не фатальной. Ваші програми не номіновані. Ви не засмучуєтесь цього приводу? Особисто я не засмучуюсь, тому що свято вже відбулося. Я з надією присутній на святі всіх телевізійників. Мені приємно те, що тут дуже багато красивих людей. Ну а те, що ми сьогодні не номіновані, це не означає, що нас не дивляться. Більш того, у наш парадоксальний час це означає, що у нас рейтинги більше, ніж у інших. Але щоб інші не засмучувались, треба їм дати статуетку. Так, а Ми самодостатні, у нас все добре, у нас всі неймовірні новини, гарні рейтинги, гарні позиції, тому і без статуэтки ми відчуваємо себе лідером. А вот скажите, вы смотрите программы со своим участием? Насколько критично относитесь к себе, когда видите себя по телевизору? Слушайте, как это зависит от настроения. Иногда я смотрю, думаю, мама, нет, не надо. А порой мне кажется, боже, ну какая хорошая. Ну молодец же, ну хорошо сказала. Ну, то есть я знаю свои недостатки. Ну, в общем, когда меня критикуют, я понимаю, за что. Ну и достоинства иногда вижу. Что касается Гриши, а ну-ка. Я смотрю не только свои программы. Если бы вы знали, что происходит, когда он идет к нам на ТВ. Он просто начинает говорить и все. Скажи. Да. То есть, когда мы... Значит, сегодня придет Гриша. И мы такие, ой, Гришечка, и вот так вот ждем его, потом он приходит, и это все настолько искренне. Вот самый позитивный человек. Да, я смотрю все программы, я записываю их на диске, потом пересматриваю, я просыпаюсь от своей программы. Я просыпаюсь, нет, ну потому что там Надя, ну, она же рядом там стоит. Надій дуже любите, я бачу, що вам надіжди піднімають настроєння. Сьогодні Надія Матвієва. Мені з Надією щастить. Надія – це моя надія в житті. І я вдячний небесам, що я завжди поруч з такими чарівними надіями. У вас уже 3 номинации, да, вы не первый год, у вас достаточное количество премий, наград. Скажите, есть еще к чему стремиться? Чего добиваться? Мне, конечно, есть к чему стремиться, и останавливаться никак нельзя. Тем более в нашей профессии, которая так быстротечна, и которая, ну, я вообще называю новости высокоотходным производством. Я не знаю, мне интересно, потому что жизнь очень интересная, девочки. И нам просто нельзя останавливаться, и нельзя переставать интересоваться жизнью. Если ты не перестаешь интересоваться жизнью, все хорошо, ты развиваешься, и новости получаются другие. Поэтому нет, не останавливаемся. Пані Олено, я знаю, що ваша донечка Наталя, вона вже цікавиться журналістикою. Якщо вона все ж таки вирішить зв'язати своє життя, пов'язати, це я в інтерв'ю читала вашим, пов'язати з журналістикою, яку найголовнішу пораду ви їй дасте? Я вже їй кажу, ким би ти не була, ти маєш бути освіченою людиною. Тому кажу, Наталя, у неї є на список, на літо книг, тому що зараз у неї уроки, немає часу, у неї такі стоїть, там вже 2 такі стовпки, вона має читати. Тому от я йду на роботу, кажу, Наталя, що ти сьогодні прочитала? Тому тільки читати, читати і читати, набиратися знань. Колись ви сказали, що нашому телебаченню не вистачає яскравих ведучих саме чоловіків. Ця ситуація потрошку змінюється? Змінюється. Знаєте, одна колись дуже відома телеведуча російська сказала, що справжні чоловіки насправді сидять не в кадрі. Ну, не знаю, може погоджуватись, може не погоджуватись. Ні, ви знаєте, зараз ситуація змінюється, мені дуже приємно, чоловіків багато. Але хочу вам сказати, виходжу в свій ньюзрум, хто на зйомки – дівчата, хто премію отримує – дівчата, хто краще – дівчата, хто на гіршу зйомку – дівчата. Ну, так і все життя, все на своїх плечах. Член експертної ради «Телетриумф» цього року разом з Сергієм Созановським переписали трошки правила. Розкажіть, що змінилося цього року? Нам позвонила Екатерина Котенко, исполнительный директор индустриального телевизионного комитета, и сообщила, что на заседании члены ИТК сформировали коллектив из 15 человек, за которых проголосовали, куда вошел я, Сергей Созановский и наши другие коллеги, которым предложили разработать те изменения в правилах, которые бы вызывали бы меньше, что ли, споров, дискуссий, вопросов. И таким образом сформировался такой некий экспертный совет, абсолютно независимый, да, с точки зрения того, что там были представлены люди разных компаний, разных взглядов и так далее, но точно профессионалы все, по много лет работающие в телевидении, имеющие авторитет. За основу мы взяли ТЭФИ российскую, ЭММИ международную, и сделали, в общем, прообраз такой... на базе Украинской телевизионной академии, внесли изменения в устав и так далее. И на последнем собрании, в общем, за эти все изменения проголосовали единогласно. Нашим следующим движением и действием будет, насколько мы понимаем, индустриальный телевизионный комитет в курсе, то есть все телеканалы в курсе происходящего. Собственно, по их инициативе все это началось, да? Вот. Дальше мы это детальнее презентуем им. Мы это уже презентовали Национальному совету, естественно, телевизионному нашему, да. И я думаю, что, ну, надеюсь, что если все будет хорошо, никаких не будет там недоразумений среди, опять-таки, нас и там индустриального комитета, либо Нацсовета. Надеюсь, что в начале года уже официально там будет объявлено, будет проведена пресс-конференция, где будут рассказаны все детали уже существования телевизионной академии. А на базе этого костяка, это не значит, что всего-навсего 135 только, ну, безусловных, что ли, людей. Наверняка многие там, о многих забыли там и так далее, больше достойных. Поэтому решили, что этот костяк, он дальше, каждый член академии будет предлагать новых членов академии. Да. Конечно, я думаю, что уже через несколько лет состав академии украинской по сегодняшнему потенциалу украинского телевидения должен быть не менее 500 человек. Присутні на святі телеведучих, акторів, всіх, хто приклав свою руку до українського телебачення. Ти взагалі радий, що так в твоєму житті складається, що зараз ти частина телеканалу СТБ? Конечно, это здорово. Это здорово, когда в твоей жизни что-то меняется, причем меняется в лучшую сторону, и это всегда что-то новое, что ты можешь попробовать. Это просто божественно. Я ловлю кайф от того, что сегодня со мной происходит. Николай, а вот скажи, как ты думаешь, чего не хватает украинскому телевидению? Ну, украинскому телевидению, конечно же, в первую очередь не хватает денег. Украине... Их всегда не хватает. Я знаю, вот я поэтому это... И на дике украинскому телебачению, на самом деле. Поэтому это самый простой ответ, который можно дать на абсолютно любой вопрос, который тебе задают. Так, а ну скажи, какие программы ты дома смотришь в свободное время? Времени, к сожалению, нет. Конечно же, классно иногда, когда удается все-таки проваляться дома там хотя бы полдня и посвятить время себе, но это происходит вот так вот. Ты переклацаешь. Номінована вже вдруге. Того року ви не отримали перемогу. Не отримали, але ж ми йдемо до перемоги. Сьогодні за перемогу. Обов'язково будемо чекати, тому що програма авторська, а не куплена. Так. Які будуть зміни чекати на Folk Music? Тому що я знаю, що от формат, він не змінний вже, ну, багато часу. Справа в тому, що ми намагаємося в нашій програмі додавати все більше і більше нового. Зараз нас будуть цікаві такі мультяшні дослідження і дослідження нашого журналіста, які теж будуть такі дуже цікаві, оригінальні, такі гумористичні формі. І буде більше народного гумору вітчизняного в проєкті «Folk Music». Скажіть, а чого зависить успіх телеканалу, того или иного? Во-первых, от продукта. Качество продукта, на кого он рассчитан и какой рейтинг. Это самое главное. А во-вторых, наш должен быть продукт украинский, а не купленный за границей. Наш, а не лицензионный. Какие программы считаются рейтинговыми? Те, которые смотрят наши зрители, которые рассчитаны на максимальную аудиторию, на все поколения. Я знаю, що сьогодні ви хореографи, постановники «Телетриумфу». Розкажіть, як готувалися? Очень интересно, захватывающе, очень слаженно, команда очень профессиональная. И, как Саня вот только что много раз говорила, это что-то новенькое, свеженькое, интересненькое. Будем удивлять. Это что-то будет специфическое, нестандартное. Специфика в нестандартных образах наших существ, которые будут появляться у нас на нашей сцене. Нічого, ти заінтригував. Істоти. Що ж там будуть за істоти? Ці істоти будуть вручати нагороди сьогодні на сцені? Да, они будут в качестве подводочек номинациям. Этих существ воплощает балет «Форсайт». И они в таких очень интересных образах. Вы посмотрите. будемо дивитися, будемо заінтриговані. Ми зараз вже дуже заінтриговані. Які программы предпочитаете смотреть? А что идет толкового, то и смотрим. Чаще всего хочется там фильм какой-то посмотреть. Идут сериалы, мы смотрим сериалы. Очень рады сегодня видеть вас у нас в Украине на Телетриумфе. Скажите, почему вы пожаловали к нам в нашу славетную Украину? Ох, ну вы знаете, по двум причинам. Вот мы здесь, собственно, снимаемся. Андрюша сейчас снимается в очень интересном проекте, собственно, ты сам был. Да, я снимался... Скажите, какой проект? Да. Я снимался у Леся Санина. Проект называется «Поводырь» или «Цветы имеют глаза». Вот. Это кино, это кино. Да, ваше кино, собственно, кино, да. Обещающее, украинское кино. Моя роль была британского атташе. Поэтому... Вы подходите. Спасибо. Ну, да. Вы говорите не только на русском, украинском, но еще и на английском, да? Да, да, моя роль была на английском. Да. Что... Это называется настоящий профессионал. Ах, да, я снимаюсь у Оксаны Байрак, 16 серий. И, собственно, здесь сегодня будет представлен фильм «Лист ожидания» в двух номинациях. И у меня там была главная роль, собственно, поэтому меня фильм УА любезно пригласил. Мы вас поздравляем. Надеемся, что фильм Оксаны Байрак получит такие какие-то награды, пусть не сейчас, в будущем. Когда вы впервые влюбились в кино? В кино? Ох, ребятушки, я же родилась в Украине, и моя мама служила в театре имени Ивана Франко. Вот, и, собственно, на сцене всю жизнь наблюдала и Богдан Судитович Ступку, и весь вот тогда вот наш великий театр Ивана Франко. Поэтому я в этом выросла, так что влюбиться пришлось поневоле. Чи не зникне таке поняття, як українське телебачення у зв'язку з законом про двомовство в нашій країні? Знаєте, я як невтомний працівник українського телебачення рада тому, що працюю в українському форматі вже стільки років. Сьогодні шукають всі, так мовити, чогось найкращого, копіюють західні формати, купують їх. А було авторське телебачення, і тим воно було сильне, адже це було наше, національне, народжене тут, на українській землі. Сьогодні цього немає. Чому? Це, звичайно, більшою частиною риторика. Вас засмучує те, що більшість програм саме російською мовою ведеться на нашу телеканалу? Ну, звичайно. Звичайно, так, адже ми україномовні. Багато чого втратили, і покоління якраз виростає в любові до мови, саме всотуючи його з телевізійних форматів. Треба повертати, але потрібна політика, політика продюсерів і керівництва держави. Ми маємо надію, що щось зміниться все ж таки. Тому що я тільки надіятись це краще. Нам потрібно підтримувати українську мову і говорити про все українською мовою, тому що хто як не ми. Ви для многих жінок України, ну просто еталон женської красоти. От вас, от красавиц услышать, девочки. Спасибо огромное. Но, вы знаете, просто не расслабляюсь, потому что некогда. Сегодня я хочу поздравить всех коллег, которые работают на украинском телевидении. И дай нам Бог вдохновения и мегарейтингов. Мы вас сегодня витаем и поздравляем вас. Розкажіть, будь ласка, за яку роботу сьогодні сумлінно ви отримали? Ну, я подметал дворец, он мыл полы. Давайте без шуток, она вытирала пыль с сидений. Во-первых, я хочу вас познакомить, Илья Набережный, это автор идеи, а госпожа Синичкина, она соавтор, и вообще без нее на площадке ничего невозможно. Она везде, она мелкая, она везде проходит. Она все успевает и реквизиты напечатать, и все-все-все сделать. А суть передачи в чем? Что я как агент говорю, дорогой друг, говорю я, мальчику или девочке, если ты хочешь быть таким же ловким, как Джеймс Бонд, умным, как Штирлиц, слушай меня. Значит так, возьми тряпку, вытри все отпечатки в доме. Пусть мама думает, что ты вытираешь пыль. Ничего, текст, класс. И без пароля маме дверь не открывай, иначе могут прийти шпионы. И вот в такой веселой игровой манере. Мы воспитываем вроде бы суперагента, на самом деле идет воспитание. Правильно, насправді дитячих програм на українському телепросторі дуже мало. Мы в игровой манере учим и знаниям, и хорошим манерам. И вроде получается, смотрят нас. вас вітаємо з перемогою. Нарешті, довго очікувано. Дякую, дуже чекали ми на цю перемогу. Це заслужена перемога людей, які роблять програму нашої такої не дуже великої команди і глядача, який вибрав дивитися цього року нас. Програма стала народною, якась нова тенденція, яку підхопили всі, і я завжди орієнтуюся на діток. Якщо дітки люблять, значить це вже добре. А дітки почали бавитися в ревізор. Почалася якась така ревізороманія. Злата вас дивиться, ваша донечка, дивиться вас по телевізору, критикує, можливо, ви приходите додому, а вона вам якісь коментарі з приводу там. Злата постійно зі мною на зйомках. І навіть в неї запалення легенів було минулого тижня, але лікарі дозволили їй на зйомки поїхати сюди, і ми її забрали назад. Настільки її на живе телебачення. Сьогодні вона зранку була на репетиції Телетриумфу. Вона постійно в курсе того, чем мама занимается. Олечка, а вы смотрите на себя по телевизору? Насколько критично вы к себе относитесь? Критично я дивлюсь не для того, чтобы подумать, боже, яка ще прекрасна, а для того, аби подивитися на свої недоліки і в наступній програмі їх не повторювати. Сегодня на вас платье, которое вам помогли выбрать ваши поклонники. Почему вы обратились именно к ним за советом? Глядачі мої творці. Тому, звичайно, як мама вдягає дитину до школи, так само глядачі вдягають ведучу на Телетриумф. Це було логічно, щоб вони вибрали мені наряд. Еще раз поздравляем всех победителей премии «Телетриумф». Дорогие коллеги, желаем, чтобы заслуженных наград за творческие успехи с каждым годом было все больше и больше. А українському телебаченню ми бажаємо розвиватися і надалі. А тим, хто його творить, терпіння і наснаги у цій нелегкій справі. Нехай вам щастить. Партнер програми – продюсерський